Накануне в России отметили День работника нефтяной и газовой промышленности. В честь профессионального праздника Ненецкая нефтяная компания вручила приятные презенты всем клиентам автозаправочной станции в районе улицы Юбилейная. Кроме того, нефтяники сделали забор проб топлива для проверки качества. Ольга Русул расскажет подробнее. Александра – постоянный клиент этой автозаправочной станции. Узнала, что здесь сегодня будет проходить акция «Забор проб топлива для проверки качества». Автоледи стало любопытно, ведь ее машина ездит на бензине ННК. Часто заправляемся, на самом деле, постоянно, регулярно именно здесь. Ну, в принципе, удобно и по цене, и по удобству, и по комфорту. То есть все нравится. Идея публичного забора проб топлива родилась не спонтанно. Нефтяная компания провела социологический опрос среди жителей региона. Один из самых популярных вопросов был о качестве топлива. Их регулярно проверяют, но пробы мы каждый раз после новой партии, когда приходит судовая партия с Архангельска, мы отбираем на нефтебазе перед раскачкой судна. И отправляем в лабораторию, делаем анализ, получаем паспорт, протокол, и после чего мы принимаем его на нефтебазу. Для проверки топливо берется из самого бака, чтобы была возможность зафиксировать качество бензина в самых нижних слоях. На этот раз проверке подвергается 92-й и 95-й бензин. Пробы помещены в специальные колбы и отправлены в лабораторию на независимую экспертизу. Ее результат появится через 2 дня и будет опубликован Ненецкой нефтяной компанией, в том числе в социальных сетях. Мы сегодня плановый забор проб. Мы просто решили это сделать немножечко вот так открыто, пригласив тех, кто хочет посмотреть на это, поскольку в соцсетях задавали вопросы по поводу качества бензина и того, что сколько его наливают где-то, какие-то случаи того, что немножко не дорабатываем мы. Мы бы хотели развеять этот миф и показать, что у нас все в порядке. Кроме того, специалисты компании проверили точность отпуска топлива потребителям. Специальный мерный стакан из пистолета залили топливо. Уровень его в стакане и на табло бензоколонки совпал до миллилитра. Ни для кого не секрет, что мы сейчас активно работаем над запуском программы лояльности для всех наших клиентов. И такой первой ласточкой стали наши акции. Мы приглашаем всех на наши заправки и недавно в соцсетях провели опрос, чтобы выяснить, чего нам не хватает. Мы уже поняли, что не хватает кофе, что не хватает качественных услуг, и в ближайшее время это все появится у нас на заправках. Кстати, по словам сотрудников АЗС, если вдруг у вас появились сомнения, что вам не долили топливо, то можно смело требовать мерный стакан и сразу на месте убедиться в точности работы заправочного оборудования. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».